этот пацан, который с ротаном на голове? Что за? Ахмат его зовут. А, ну-ну. Да он капец, мне вообще не нравится, не знаю, как его отшить. Ну, что мы можем сделать? Попробуем. Блин, это уже третье свидание. Может, уже пора перейти на новый уровень? Ахмат, запомни одну фразу. Все будет, но не сразу. Ай-бум! Ай-тай-тай, налетай! Пьяный друг, три. Да что ты его не воткнул, братан? Братан, воткнул. Да. Что, может, на боди-массаж пойдем? Волжик, нахуй. Волжик заебал. Че? Это мой одноклассник, понял? Обзал я. Запомнил. Я же тоже ваш одноклассник. Это черт, ты после девятого ушел и... Да, в парке получилось. Ребята, сорян, у вас случайно нет стиков на Айкос? Брат, стой! Выбирай, что будем? Я, братан, шашлык буду. Ты что, будешь сегодня хотим? Не, сами хавайте, пацаны. Погнали, поехали. Погнали. А где хотим? Где он? Сфоткай. Эй, ты что там делаешь? Ой, сиди давай туда. Один, смотри. Пойдем, эй, хватит. Все нормально? Нормально. Брат! Брат! Салам алейкум, брат. Салам. Брат, не пойми меня неправильно, просто этот, хаты нету, жена выгнала из дома. Да, похавать бы чуть-чуть, там копейки есть. Там. Не, да. У меня нету, серьезно, налички нет всего. Нет налички, да. На Каспи можешь скинуть? Не, мегабайтов нет, серьезно говорю. Ту, ё-моё. Ну давай я раздам. Там, вот, айфон Берег напиши, без пароля там. У меня это, все, выключен телефон, нету зарядки. Ты смотри, ё-моё. Ну на пауэрбэнк тогда чё? Вон, подзарядись там и всё вот это. И, короче, у меня денег там нету на Каспи. Нет денег? Серьёзно, говорю, ноль там по нулям. Чё, гонишь что ли? На, без бабок не двигайся, ё-моё. Совсем что ли больно? Удачи! На, пауэрбэнк возьми. Да заставь себе. Чё, Жанна, покушаем? Блин, сейчас пару вертиков есть, потом нужно ещё в аэропорт съездить. Знаете, вы, девочки, есть такой тип вертиковых пацанов. У них постоянно какие-то проблемы, что-то у них там дела какие-то. И обычно они говорят вот так. Блин, Жан, сегодня закинь за меня, у меня на Олимпе бабки застряли. Я одну тему потом намучу и вытащу. А сейчас потерпи, это приказ выйдет. Дяханга уже, звонок ходит. Жан, я сейчас вообще по семейному бизнесу начал двигаться. Да там просто папа попросил документ отвезти. Давайте таксу вызову мне отъехать к нам. Смысл, у нас же фильм через 20 минут. Эти, бля, билеты дорогие, да? Как сделать? Отвечаю, нормальные бабки можно поднять. Жан, скинь номер того ломбарда. Алло. Блин, Жан, я это к 6 не успеваю, а я, может, к 7. Алло. Сейчас одну тему закончу, потом Беку завезу и Келем. К 8 давай. Чего? Жан, нам сегодня обязательно выходить. Жан, да, в смысле я уже собралась? Собралась, да, блин, как сделать, как сделать? Так, кстати, это ограбление. Деньги давай, вытаскивай быстро. И что такое? Всего лишь 15 тысяч тенге, что ли? Ну, у нас в основном же без наличка же вон. Перевод. Сорок один, 52. Азамат Дусенович. Да-да, Азамат Дусенович. Все. Света, все, переводи, никому ни слова, понял? Понял? Все, давай. Алло, полиция? Здесь какой-то придурок по имени Азамат Дусенович. Магазин ограбил. Прошу, поймайте. Да, что за движение у нас дома творится, а? Вчера гости пришли, и твоя сестренка родная пришла. Ты всем гостям сархат, торт там, яблоки дала, а своей сестренке два здоровых пакета. Что там, таскает нашего дома, что ли? И на той неделе тоже приходила твоя сестренка, еще два баула забрала. А? Миржан, это просто старая вещь, которую я не ношу уже давно. Я просто ей отдала, чтобы она дедом завезла. Какие старые, там у тебя с Дубая черное платье такое дорогое, нету его тоже. Оно просто в другом шкафу висит. Да? Ну, извиняйте, я просто подумал, ну, это ты отдаешься ей? Вообще, Миржан, такие не мужские разговоры, вообще такой мелочный ты. Ладно, сейчас я приду. Извиняйте, я просто подумал, так, ну, вдруг. Алло, Жанурка, вот это вот черное платье, которое дорогое я же тебе подарила, ты его верни, Миржан спалил. Ага, нет, шуба, пальто, вот это все, вот туфли, все, обувь, оставь, носи. Ну, ты моя маленькая, ты же моя родная сестра же. Конечно, да. Давай, хватит только верни, ага.
Ну, ну, прикинь, да. Рамс, Рамс, Ева, Рамс, короче, только что пацаны позвонили, там куню прессуют плода, побежали. Что за куня, а? Куня, куня, наш Кент, ё-моё, ты чё? Что-то не могу вспомнить, что за куня? Куня, мы, вы в одном подъезде живете, с детства вместе общаетесь. Ты чё, куня? Откуда он вообще, фотографии есть хоть? Братан, ну, ну вот, вот. А есть другие фотки? Вот, вот, ваша совместная фотка, на капчике отдыхайте. Ну, вот это вроде похож на меня, не знаю. Сейчас, подожди-ка. Алло. Да ну нафиг. И, короче, братан, куни в больницу забрали. Да ну нафиг, что за больница? Поехали. Че на футбол не пришел? Я ж там капец божил, реально, как Криштиану Роналду. Через себя как дал головой, короче, на, прям в девятку. Братан, у меня новая соседка появилась, отвечает там. Аппарат, аппаратище, отвечаю. С-класс купил, в натуре корабль, братан, вообще кайфовая машина, просто ракета нереальная. В одном ресторане обедал, блин, так вкусно готовят, манды вообще. Братан, я вчера так в туалет сходил. Брат, вот здесь давай, вот здесь не надо, брат, давай, вот здесь не. На меня твоя дочь накричала. Ну и что, что это моя мама, да кричи на нее тоже. Что эта женщина себе позволяет? Алло, бабуль. Нет, это не Куаныш. Да не Оскар я сын Авиши. Узнала? Да не Айнура, Нурлан я, Нурлан. Да, бабуль. Не надо ничего передавать, у меня есть картошка. Ну и что, что не деревенская? И варенье есть. Карточку сейчас скину. Алло, бабуль, с днем рождения. Жила. Спасибо. Спасибо большое. Угу. Спасибо. Спасибо. Угу. Спасибо. Да-да, все хорошо, спасибо. Твоя несуществующая жена. Слушай, Дарюш, мне тут билеты предложили в Турцию. Может, съездим, отдохнем всей семьей? Айда, вы все вместе. Езжай сам. А мы лучше поедем к твоим родителям на дачу, картошку посадим. Сходи обязательно на пенную вечеринку. Пофоткайся, коктейльчиков разных попей. Отдохнешь в конце концов. Езжай. Я тут премию получил. Может, тебе шубу купим? Айдага шуба. Зачем мне вообще сдалась эта шуба? Давай лучше тебе дубленку возьмем. Будешь такой красивый на работу ходить, прям мачо-мен. Слушай, Дарюш, а ты не против, если я с пацанами пойду пиво попью? Я даже настаиваю. Приходите к нам домой. Мишпармак приготовлю. Чечил там, чипсы, все куплю. А сама к соседке пойду. С детьми, с ночевкой. Ты стой, куда пошел? Свои. А, свои, все, проходи.